Всем привет! Продолжаем курс Фейсбука проходить. Это у нас девятый урок, который называется Audience Insights. Тема вторая. Узнайте больше о своей аудитории. Из этого урока вы узнаете, какую статистику предлагает инструмент Audience Insights. Узнайте больше о своей аудитории. Audience Insights предлагает обобщенную информацию о двух группах людей, связанных с вашей страницей и вообще всех пользователей Facebook. С помощью этих сведений вы можете создавать актуальный для аудитории контент и находить людей, похожих на представителей вашей аудитории. Примечание. Данные Audience Insights основаны на информации, которой люди поделились на Facebook. Вкладка «Демографические данные». Нажимайте синие круги, чтобы узнать больше. Возраст и пол. Сведения, которые люди указывают в своем профиле в Facebook, информация доступна только для людей от 18 лет. Семейное положение. На основе сведений, которые люди указали на Facebook. Уровень образования. Тоже на основе сведений. И должность. Тоже на основании сведений, которые они указывают. Отметки «нравится», которые люди ставят страницам, позволяют судить об их интересах. Значит, популярные категории мы можем здесь посмотреть в той аудитории. Это категории, которые больше всего нравятся вашей аудитории. И отметки страницы «нравится». В этом разделе мы можем посмотреть несколько вкладок. В разделе «Отметок нравится» страницы доступны следующие показатели. Первая – актуальность. Вот она, «relevance» идет от 1 и вниз по списку. Это страницы, которые с наибольшей вероятностью будут интересны вашей аудитории. Определяется по показателю похожести, размеру страницы и количеству людей в аудитории, которые уже поставили этой странице «нравится». Ну, как бы здесь все понятно. Facebook анализирует нашу аудиторию, смотрит, где аудитория наибольше совпадает, какими интересами обладает, и здесь выводит топ страниц, которые бы чисто теоретически были интересны нашей аудитории. Мы их можем посмотреть, какой контент у них там, что они публикуют, ну, сделать какие-то выводы. Вторая вкладка «Audience» – это аудитория. Количество людей в аудитории, которые поставили отметку «нравится» этой странице. Видите, здесь вот количество отметок «нравится». Третья вкладка «Facebook». Количество людей, которые поставили отметку «нравится» этой странице и находятся в тех же странах, что и выбранная аудитория. Это непонятно. Похожесть. Вероятность того, что ваша аудитория поставит этой странице «нравится» по сравнению с общей аудиторией пользователей Facebook. Здесь видим, что как бы вероятность 1466, то есть практически в 1000 раз больше, чем с общей вероятностью. Или здесь 1,4 вероятность, нужно делить на 1000, как бы тоже непонятно. Вкладка «Местоположение». Здесь показаны основные города и страны проживания, а также языки представителей выбранной аудитории. Facebook определяет местоположение по нескольким факторам: городу проживания, который указал человек, мероприятие, которое он посетил, и так дальше. Вот здесь видим, что у нас нашу аудиторию можно посмотреть по городам, по стране и по языку, который она использует. Вкладка «Действия». В разделе «Действия» отображается среднее количество действий, которые выполнили люди из вашей аудитории за последние 30 дней. Сюда относятся отметки «нравится», поставленные страницам, публикациям, комментарии, репосты, использованные промо-акции, нажатые рекламные объявления. В этом разделе также указаны устройства, с которых люди из вашей аудитории заходили на Facebook за последние 30 дней. Действия. Значит, активность. Частота действий. И из каких, собственно говоря, устройств эти действия были выполнены. Повторение пройдено. Теперь вы знаете, как использовать Audience Insights, чтобы лучше изучить аудиторию. Какие данные об аудитории можно получить в Audience Insights? Выберите все подходящие варианты. Что им интересно? Что они делают на Facebook? Кто эти люди? И где они живут? Основные выводы. Инструменты Audience Insights позволяют получить массу полезной информации об аудитории. Эта статистика поможет вам создать более эффективную рекламу. Вы закончили второй урок, посвященный Audience Insights. Пройдите остальные уроки, чтобы разобраться. Итак, значит, у нас вот здесь вот есть
Audience Insights такая штука, где мы можем выбрать, скажем, свою страну, Россия, выбрать пол, возраст, ну пусть это будет, скажем, 30-40. Мужчина, женщина, либо все. Здесь можем добавить интересы. Пусть будет онлайн-покупки. Если есть здесь. Онлайн-покупки. И мы видим здесь несколько столбцов. Значит, давайте мы не 30-40 поставим, а 18-65. И видим интересы онлайн-покупок. Синяя – это значит наша аудитория, а вот эта вот серая – это вся аудитория Facebook. Видим, онлайн-покупками интересуются у нас в каком возрасте мужчины, женщины и в каком процентном соотношении здесь интересуются. Видим, что люди старше 65 и младше 24 практически не интересуются онлайн-покупками, то есть костяк у нас 25-34. Семейное положение, что 71% у нас в браке и 79% у нас имеют высшее образование. Здесь у нас показана их должность, где они с большей вероятностью работают. Видим, что в менеджменте в основном работают. Потом в искусство развлечения СМИ, административные услуги, продажи, бизнес и финансы. Меньше всего строительство, юридические услуги, питание и рестораны. Здесь мы можем открыть отметки «Нравятся страницы», посмотреть, какие популярные категории у нашей аудитории, которые мы здесь сделали. Видим, что у нас здесь есть популярные категории, определенный топ у нас какой-то разбит. И мы видим, что чем интересуются, какими магазинами мебели, фотоаппаратами, электроникой, финансовыми услугами, автомобилями. В общем, видим всю ту информацию о нашей целевой аудитории, которую мы здесь задали, чем она интересуется. Видим подборку тех сообществ, которые с большей вероятностью понравятся нашей аудитории. Видим, что на первом месте у нас идет IKEA. Потом мы можем посмотреть место. Самые популярные города у нас здесь Москва. Потом идет Краснодар, Санкт-Петербург. Ну, видимо, как бы процентное соотношение, где у нас больше всего нашей целевой аудитории. Основные страны – Россия и языки, на которых говорят. Ну, конечно, у нас здесь на русском все говорят. Потом у нас идет вот английский 2%, английский Великобритания, вьетнамский язык. И можно посмотреть действия, которые они делают. Значит, в принципе, сколько они ставят лайков страницы, сколько комментариев, сколько репостов они делают. И вот синяя колонка – это значит наша аудитория, а серая колонка – это вот вся аудитория на Facebook. Видим, что у нас примерно в два раза наша аудитория нажимает на рекламные объявления чаще, чем вся аудитория Facebook. Ну и видим, с каких устройств пользуется наша аудитория Facebook, Instagram. На ПК 3%, в ПК и мобильный 24%, мобильное устройство 73%, на iPod у них сидят 31%, на Android 57%. Ну, видим, что у нас вообще статистика по России видна, что у нас айфонов больше используют, чем во всем мире. И видим, что у нас андроидов, в принципе, используют столько же, сколько во всем мире. Вот такую вот статистику можно получить из Audience Insights. Что дальше с этой статистикой делать, мы посмотрим в последнем уроке. Ну и как раз завершим этот 9-й урок. Спасибо, что посмотрели. Желаю всем хорошего дня и успешного продвижения. Всем пока.